спецагент в электричке. Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Продолжаем. Это дело теперь под нашей юрисдикцией. А вы вообще кто? Святой отец. Дорогой зритель, а команда из медицинского университета на Лиге Политеха выступает в первый раз. Так пусть этот первый раз будет для всех приятным. А с вами была команда «Клинический случай». Смейтесь на здоровье. Ну что ж, спасибо команде «Клинический случай». Мы знаем, что у одного из членов команды сегодня день рождения. Давайте поаплодируем и поздравим с днем рождения. Вначале я обмолвился о Лиге Верхневолжья, то расскажу, что 14 декабря состоится финал Лиги Верхневолжья, где примут участие ваши любимые команды. Не пропускайте это событие, приобретайте билеты и приходите, чтобы от души посмеяться. Движемся дальше, и следующими на эту сцену выйдет команда, уже знакомая зрителям не только из Политеха, но и зрителям нашего замечательного города, участники Лиги Верхневолжья. Вице-чемпионы 2015 года и финалисты, пока что финалисты 2016 года. Встречайте, сборная «Химика». Вас приветствует команда КВН «Сборная химиков». Друзья, недавно прошел социологический опрос, по которому 2/3 населения России довольны своей жизнью. Вот я доволен своей жизнью. И я доволен своей жизнью. Ты еще бы вы не были довольны. И там же в Европе были, ну. Химики, собрались и поехали. Раз, два, цел! Представьте, два видеопирата пришли на один киносеанс. Я хочу его найти. Уверена. Это твое заветное желание? Простите, извините, разрешите.
случай в продуктовом магазине в январе. Со мной. Пенсионный фонд России. Мы выплатим 5000 рублей каждому пенсионеру. Ну а мы двигаемся дальше. Представьте, садовник у Белого дома. Трамп! Который необходимо выполнить на работе к концу месяца. И феи тому не исключение. Космический турист из России. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля. А сейчас представьте такую ситуацию. После апокалипсиса в мире остались только парень и парень. Вань! А! Слушай, ну может быть. Ну а смысл? Да. Ну а мы продолжаем. Случай в португальской деревне. Роналдо, да заткнись ты уже! Все люди по своей натуре романтики, и насильники тому не исключение. А сейчас давайте посмотрим эту же миниатюру, только в замедленном варианте. Ну а сегодня мы намерены победить. Вась, это еще почему? Ну, вчера же в Ростов как-то поверили, и в нас поверят. Для вас выступала команда КВН сборной химиков. Спасибо! Ну что ж, спасибо сборной химиков. Кстати, для жюри, напоминаю, сборная химиков – это номер 4 в протоколе. Движемся дальше, друзья. И, конечно, хотелось бы сказать несколько слов благодарности организаторам фестиваля «Лига Политеха 2016». Университет во главе с ректором Твардовским Андреем Викторовичем. Также мы благодарим профсоюз студентов во главе с председателем Дианой Вячеславовной Гакиповой, Центр молодежной политики во главе с Александром Федоровичем Иванниковым, конечно же, студенческий клуб и его бессменного директора Татьяну Ивановну Литвинову и молодежную редакцию Тверского государственного технического университета «Медиа-ОН». Ребята сидят в первом ряду и надеюсь, что в скором времени мы увидим их яркие фотографии. Конечно же, сможем посмотреть видео и вспомнить все
эти приятные моменты. Идем дальше, друзья, и на сцену приглашается команда с очень странным названием. Наверное, если бы был чемпионат мира по странным названиям, они бы победили. В нем просили полностью назвать команду. Миллион глаз смотрит на них, делят на Венеру и на Марс. Кто за бой, поаплодируйте, друзья, встречаем. Начнем с песни. Это песня про то, как я закончил политех, не началась жизнь. Не могу купить билет я на посвят, посмотреть на смешных ребят. В сети бар я не ходил уже давно, и в атаке не могу купить вино, потому что ипотека у меня не хватает. Здравствуйте. Я ваш сосед снизу. Говорят, вы топите. Кого, вас? Выступление. Чего ты начинаешь? Стас, что за песня вообще? В какой-то веке решили нормально собраться, выступить на Лиге политеха. А ты поешь какую-то чушь. У меня есть еще одна бомбовая песенка. Дай посмотри. Песня про лучшего в мире ведущего, самого лучшего. Ты поехал вести свадьбу в Европу, а жених схватил тебя за попу. Я, конечно, все понимаю, но это тоже бред. Это не моя песня. А чья? Ее попросили написать. Кто? Знаете ли, сам. Так, там все ясно, вопрос есть. О, ребят, это вы, Стас и Ваня? Ты еще хотела, а да, что? Вы же были в активе! Да, в активе. А кто у вас был студенческим куратором? Кто? Ну, куратор из педотряд лифт. Че? Ну, проворка у вас был! А, проворка, да, да. Настюха Щепкова. Кто? Ну, Пашка Хорошенков. Кто? Ну, Люба Даманская. Кто? Согласен, староват. Слушай, а что вообще в политехе происходит? На чем шутить? Чего? Да, что там актуально? Ну, Татьяна Ивановна пол сменила. Обалдеть. Капец, сам видел, прихожу в стоп-клуб, говорю, здравствуйте, Татьяна Ивановича, сплю. Лёшка женился. Капец. Тихо. Иванников. Хватит на сегодня новостей. Давайте начнем наше выступление. Как сказал один известный музыкальный исполнитель, пристегните ремни и полетели. Кто сказал? Егор. Крит! Да какой крит? Все, иди отсюда вообще. Ну что ж, друзья, давайте немного прервемся на небольшую короткую. Молодой человек, что-то случилось? Случилось. Понимаете, дело в том, что я профорк. И недавно у меня было первое посвящение. Но оно прошло, мягко говоря, не очень. Я вас так понимаю. Ну не можете меня понять, вы же не профорк. Не, Шива, ты, конечно, урод вообще. Вам-то урод. Друзья, а для следующей миниатюры мы бы хотели пригласить ведущего Алексея Селиванова. Лёш, пожалуйста, проходи, садись, абсолютно ничего сложного. Итак, друзья, аплодисменты Алексею. Давайте немного пошалим. Случай в гей-клубе.
Опять пришел? Что ты людям голову будешь? Все думают, ведущий, ведущий, а я знаю, ты плохо себя ведущий, да? Слушай, время позднее. Че, сегодня, куда сегодня пойдем? Ко мне за Волгу или к тебе? За тумбу? Молчишь. Стыдно? Жене-то что скажешь? А Жене? Стас, че у нас такое? Проблема. Че такое? Мне только что позвонил Дмитрий Владимирович Пешеходов. Секундочку. Че не нормально? Сказал, если мы сейчас миниатюру не закончим, нам... Даже так. Алексей, вы ведете поминки? Стас, ну че? Серьезно, у нас косячит звукарь. На самом деле, это наше прощальное выступление. Да-да-да, это чистая правда. Мы заканчиваем свою неучебную деятельность в стенах родного вуза и на сцене политеха. Если честно, то лично я посвящаю это выступление своему крестнику, которому сегодня исполнилось 2 года. London is the capital of Great Britain. It's political, economic and commercial center. Я смотрю, ты решил уйти по-английски. Да просто, Ваня, слов не хватит всех. На них делят, на Венеру и на Марс. Давайте еще раз поаплодируем ребятам. Я уверен, что ребята еще вернутся на эту сцену, потому что сколько раз они это уже говорили. И мы тоже. Идем дальше, друзья. И на сцене еще одна команда со странным названием, но участников этой команды вы все прекрасно знаете. Встречайте на сцене со своей визитной карточкой команда КВН «Джулик Мулик». Команда КВН «Джулик Мулик». Чтобы вас не задерживать, давайте начнем, в общем, со знакомства. Это Лера. Лера самая старая женщина в этом городе. Паша, ты почему еще? Потому что у тебя много морщин. 100 раз говорила, это не морщины, а складки. Это Полина. Про нее шутку редактора вырезали. Поэтому давайте дальше. Это Паша. Ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете самые. О боже, Паша, какое чудо! Тебе нравится? Держи, твоя любимая. Вишневая. А какой еще? Конечно. Чего? Почему здесь две головы? Почему две головы? Потому что это ноги. А это голова. Тогда почему у него черные усики? Черные усики почему? Потому что мать его бросила, а кормлю его. Я. А чего у него рот дудочкой? Рот дудочкой почему, спрашиваешь? Что смешная девчонка, да? А как я буду на нем играть?
смотрю, ты танцевать любишь. Ну да, люблю. В культуру ходишь? Нет, меня туда не пускают. Кто? Дверной проем. Редис, морковь и Стивен Сингл. Тебе не кажется, что такая песня уже есть? Разве? Ребят, давайте заканчивать. Ладно, давайте заканчивать. На самом деле, сегодняшнее выступление мы хотели посвятить бы моей сестре. Я знаю, многие из вас считают то, что, мол, выступление так себе, коротыш. Но послушайте, моя сестра тоже так себе. Спасибо большое. С вами была команда. Ребята посредине выступления поняли, что им пора заканчивать и закончить. Давайте мы еще раз поаплодируем команде КВН «Джулит Мулик», номер 14 в протоколе для жюри. Идем дальше. Продолжаем тянуть линию непонятных и интересных названий. Встречайте на сцене команда «Усики Мао Цзэ Дуна». Поаплодируем, номер 13. Здравствуйте, перед вами команда КВН «Усики Мао Цзэ Дуна», и мы начинаем! Стоять! Какого дзуна здесь происходит? Вы что на сцену вышли? Вы что, готовились, что ли? Ну да. Ну и что вы приготовили? Шутки, песни? Песня есть. Политическая. В тебе было столько желания президентом Америки стать, но Трамп был коварней, мимосики начал в интернете распространять. И, по-вашему, вот это смешно, да, вот эта песня, с этим можно на сцену выходить. Ребята, вы понимаете, вы как снег в нашем городе. В смысле? Как вас уберут уже отсюда? Но мы все-таки готовились. Может, начнем? И мы начинаем. Случай в спортзале. Братан, зачем ты пьешь колком? Потому что я машина! Случай в администрации города Твери. О, Господи, что вам нужно? Что я должен сделать, чтобы выжить? Уберите снег! Стреляй. Мать решила помочь дочери собрать пазл. Спустя полтора часа. Ну что ты смотришь на меня? Где деталька кота? Где котик? Дай мне. Это облачко. Облачко. Дай мне картинку, я тебе покажу. Это конь. Ты что, коня от кота не можешь отличить? Ну, мам, я ж слепая. На съемках битвы экстрасенсов. Стойте, зачем это? Тебе сломают нос, тебя ударит молния. Тебя отвезут в больницу. Ты вообще конь? Я же говорил. О боже, мастер, кто вы? Сергей Пахомов. Наше выступление такое же короткое, как усики Мао Цзэ Дуна. Зона. Да, вы меня поняли. Спасибо за внимание. Спасибо команде КВН «Усики Мао Цзэ Дуна». Друзья, команда выступает.
попали первый раз, поэтому я думаю, ко второму выступлению они обязательно выучат свое название. Ну что ж, и, конечно, у Лиги Политеха, у фестиваля Лига Политеха 2016 есть свои спонсоры, которые сегодня предоставили для победителей и призеров свои призы. Итак, улица Квестовая – это уникальные квесты в реальном времени, выход из которых можно найти, лишь разгадав множество тайн. На улице Квестовой вас ждут настоящие приключения, загадки, тайны, головоломки и масса положительных эмоций. Улица Квестовая – лучшие игровые интеллектуальные развлечения для детей и взрослых. Итак, двигаясь следующими, на эту сцену поднимется уже известная вам команда. Команда КВН «Хорошие». Деточка, рэп не штампуется, это искусство. Вик, а армия – это наша одежда и опора. Может быть, надежда? А при чем тут какая-то тёлка? Девочки, ну давайте как раньше. Вот, Лёш, ты помнишь наш первый раз? Ой, да просто... Наверное, видосы наши удали. Девчонки, да я уже поняла, что вы в Лигу Верхневолжья только из-за пацанов пошли. Но давайте не будем забывать, что нам говорил наш учитель. Хорошие мои, мужчины в нашей жизни не главное. Ну что вы собираетесь показывать в этом виде? Как что? Смотри. Мне военных родился рэпер. Ну ты в кого такой? У тебя брат военный, отец военный, дед военный, прадед тоже военный. Прапрадед вообще Пушкин был. Йо! А, ну понятно, откуда ноги растут. Так представьте, рэпер в военкомате. Снимайте штаны. Куда еще ниже-то? Так представьте, в семье рэперов появился военный. Йо, теперь на перестрелке нам будет пушки таскать. Девочки, ну какие пушки? Мы же команда КВН хорошие. Давайте как раньше. Итак, представьте, бомжи выбирают, что будут есть на ужин. Так, дочь, выбирай. Либо ты бросаешь своего парня, и за это я даю тебе миллион долларов, либо ты будешь жить с ним в его шалаше. Блин, и что делать? Мужчина в нашей жизни не главное. Друзья, итак, представьте, Джигурда дразнит собаку. Анонимных КВНщиков. Всем привет, меня зовут Вика, и я не попадаю в хэй в начале. Здравствуйте, меня зовут Лена, и я очень плохо отыгрываю миниатюры. А я Света, и всегда забываю включать микрофон перед выступлением. Я уже столько лет играю, но почему-то никто не смеется. Это нормально, это Лига Политех.
Ребята, ну что, все в сборе? Итак, встречайте, сборная химика! Мой вопрос. Когда же мы будем выступать за политех? Кто за женщину платит, тот ее и танцует. Дмитрий Владимирович, возьмите на заметку. Итак, спасибо команде КВН. Хорошие друзья. Идем дальше. Еще один спонсор нашего фестиваля. Додо Пицца на проспекте Чайковского, дом 6, корпус 1. Неизменное правило. 60 минут на доставку или пицца достанется вам абсолютно бесплатно. Додо Пицца. Скорость, качество и волшебство. Додо Пицца также предоставила сегодня замечательные призы и подарки для победителей и призеров фестиваля Лига Политеха 2016. Идем дальше. И на этот раз на сцене тоже уже команда, пускай с небольшим опытом, но известная в нашем вузе, команда КВН «Общага». Встречайте! Добрый вечер, друзья! Для вас выступает команда КВН «Общага». Мы выступаем четвертый год, а так с вами не познакомились. Итак, знакомимся. Это Александр. Александр родился в семье учителей, и поэтому ему не привыкать работать за идею. А это Александр. И у него одна машина на двоих с братом, поэтому ведущий сюда добирался на маршрутке. Алексей, вам слово. Ну а пока Алексей думает, что нам ответить, мы поехали! Итак, представьте, бабушки у подъезда через 60 лет. Проститутка! Ты себя-то вспомни! Не, ну я тебе по-божески брала. В связи с последними событиями на улице возле Атака. Парень, стой. Наркотики, алкоголь не интересуют? Нет, нет. Стой, подожди, подожди. Может быть, парковочные места? Парковочные места! Парковочные места! Итак, случай на городском пустыре. Сейчас все сидят в социальных сетях. Первые лица политеха не исключение. Итак, чат университета.
The cat my easy. Что в переводе значит «баба с возу кобыле легче». Поэтому в нашей команде нет девочек. Команда КВН «Общага». Спасибо. Ну что ж, спасибо команде КВН «Общага». Мы идем дальше на сцене. А прямо сейчас будет выступать 8-я команда. Это гости нашего фестиваля. Они впервые на этой сцене. Команда КВН из Тверского государственного университета. Встречайте Big Sound. С вами команда КВН Big Size! Типа большие размеры! Не типа, а большие! О, Серега нас опять нашел! Я чё, по-вашему, похож на Барака Обаму? В смысле? А чё вы меня из дома выгоняете? А вы догадались, что мы команда больших размеров? Ну не все! Так, не ноль. Зато ты... Зато ты... Зато ты не баба! В смысле? Это оскорбительно! Зачем вы вообще меня в команду взяли? Тихо! Чтобы слухов не было. А спонсор нашего выступления – крем для лица «Нежный лосось». Крем для лица «Нежный лосось». Заряжай! Случай на свадьбе аквалангистов. 625! 626! Несите им баллоны! 627! Случай в ювелирном. Здравствуйте, а можно мне консультанта? Да, конечно. Цыган Сашко. А позовите мне другого консультанта. Разумеется. Еврей Йося. А я, пожалуй, в другой раз зайду. Случай в магазине русских сувениров. Так, а у вас это не китайская? Не китайская. А почему тогда у матрешки глаза узкие? Не выспались. Не выспались? А почему у вас медведь с балалайкой черно-белый? Панда. Панда? А где у панды круги под глазами? Выспался. Так, а у вас это что, вьетнамки? А почему подписано, что валенки? Летние? Так, все, давайте мне макета зенит-арены сына подарю. Чё у меня в руках разваливается? Он что, китайский? Нет, он точно русский. А сейчас мнения в зале разделились. Умный скажет. Это было сильно. Сильный, скажем. Это было тонко. Толстый, скажем. Блин, я жирный. А худый, скажем. Смотрите, жирный. Но все они запомнят, что с вами была команда КВН Big Size. Подними тебя стволы. Дальше, больше. Насчет ты даем мне глаза. Пока звезда будет падать вниз, не забывай желание. Холодный привет нашим гостям из Тверского государственного университета, команде КВН Big Size. Друзья, наш фестиваль уже несколько лет является открытым абсолютно для всех, поэтому если у вас есть желание посмешить зрителей в зале, приходите к нам на следующий фестиваль Лига Политех уже 2017 и участвуйте. Идем дальше, друзья, и на сцене самая молодая команда.
музыканта нашего фестиваля. Но, несмотря на свой юный возраст, ребята уже не в первый раз стоят на политеховской сцене. Встречаем, друзья, команда КВН «Сад». Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует единственная школьная команда фестиваля. Команда КВН «Сад». Поехали! Друзья, представьте, рубль обесценился и стоимость проезда возросла до 3 миллионов рублей. Молодой человек, передаем за проезд! Почты России был открыт банк. Итак, представьте, звонок в этот самый банк. Алло, почта банк, я выплатил весь кредит. Ну, я вас с этим поздравляю. А деньги когда придут? Уже несу. Полетели в улицу. Случай на Мосфильме. Здравствуйте! Гончугов, опять вы! Да, я придумал новые саундтреки к фильмам. Ну, давайте, пойте. Итак, первый саундтрек для молодежного сериала. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, мамка меня спалит, мне всего 13 лет. Кто вы такой шутник? Вам бы только в КВН играть. Действительно. Ну, давайте следующую. Да, еще у нас есть саундтрек для фильма «Девушка с татуировкой дракона». Наколи дракона, наколи вождя, наколи мне купол, купол, купол. Стоп, вы что, с ума сошли? У вас есть что-то более актуальное? Конечно, есть. Есть саундтрек для продолжения «Винни-Пуха». Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Не видно в дыме ничего. Он вейпер, я поэт. Пошел вон! Все мы ученики выпускных классов. И, конечно, после Лиги Политеха мы все знаем, куда поступать. 3, 4, ПТУ! Ребят, договаривались, а? Для вас выступала команда КВН «Сад». Спасибо! Друзья, аплодисменты молодой перспективной команде КВН «Сад». Надеемся их увидеть. На самом деле не важно, где в ТГУ, в политехе или в медуниверситете. Главное, чтобы они продолжали заниматься этим замечательным делом. Да, просьба убрать все со сцены. Лепестки тоже можно убирать. Итак, друзья, мы движемся дальше. И на сцене команда, которая на самом деле образовалась буквально за неделю до нашего фестиваля. Это женская команда, поэтому мне вдвойне приятнее ее представлять. Итак, встречаем, друзья, на сцене женская сборная команда под названием «Woman & Co». Женская команда на этом фестивале. Подожди, а как же хорошие? Ну, все правильно. Мы единственная хорошая женская команда. Девочки, не знаю, как вы, а я сюда пришла только для того, чтобы обновить аватарку ВКонтакте. Так что, фоточки, перерывать, работаем, работаем. Что за дурость?
Вот я сюда пришла, чтобы с Селиваном сфоткаться. И я. Блин, Даш, ты не влезаешь. Ты что, хочешь сказать, что я толстая? Нет, у тебя просто кость широкая, башка большая. Коль, может, ты уйдешь? Куда я иду? Куда-куда, в армию. Девочки, давайте подвинемся. Блин, свет не так падает. Теперь Селиванов не влезает. И что делать? У меня есть выход. Алексей, сфоткайте нас, пожалуйста. Ну все, хватит, девочки. Вообще-то мы на фестивале. Может, кто-нибудь что-нибудь приготовил, а? Я приготовила. Девочки, у меня для вас сюрприз. Да, этот сексуальный голод. Итак, представьте, обычная семья во время ремонта. Что это ты за мужик такой? Даже кость забить не можешь! Дай сюда! Смотри, как надо! Ты чё орёшь? Ну ты же палец себе сломала! Сломала! И ноготь-то целый! А сейчас мы вам объясним, почему иногда парни и девушки не понимают друг друга. Дорогой, купи мне, пожалуйста, консилер, хайлайтер и типсы, понял? Хорошо, все, побежала. Та же ситуация глазами парня. Дорогой, купи мне, пожалуйста, консервы, халат и чипсы, понял? Порой перед каждой девушкой стоит очень сложный выбор. Парень или шопинг? Давайте понаблюдаем. Парень дает деньги, а шопинг забирает. Этот любит меня, а этого люблю я. Для этого нужно худеть. А здесь есть все размеры. Парень, 6 букв. Шопинг, 6 букв. Дура, шопинг, 7 букв. Ну все, я определилась. Пока! Да ты иди только кредитку верни. Когда-нибудь это должно было случиться. Итак, представьте, тренером сборной России по футболу стала женщина. Фамилия? Резус. Знак зодиака? Овен. Ты Овен? Я Стрелец. Послушай мнение эксперта. Роза, что вы скажете? Нет, ты мне не подходишь. А ты кто? Вы что, новости не смотрите? Я Криштиану Роналду. Ты нам тоже не подходишь. Ой. Запомните, в нашей команде все должны выглядеть так, как он. Так это же массажист, он играть-то даже не умеет. Удивило, будто бы в нашей команде кто-то когда-то умел играть. Сегодня болен топор, и завтра болен топор. Я любит тобой, и поспешу тобой вновь. Но все, что будет... На самом деле, мы считаем, что все руководящие посты в государстве должны занимать именно женщины. Почему это? Да потому что только мы можем купить танки с 25% скидкой. Только мы можем производить нефть с ароматом ванильки. Только мы можем ответить на европейские санкции убедительно и решительно. Ой, все! Да, да, это знаменитое. Ой, все. Спасибо. С вами была команда Women & Co. Друзья, давайте еще раз бурными аплодисментами проводим команду Women & Co. Все-таки первый раз.
вышли на эту сцену. Ну и двигаемся дальше. Уже 11-я команда. Друзья, напомню, что их сегодня будет аж 17 команд. Это рекорд для нашего фестиваля. Фестиваля Лига Политеха 2016. Дальше пойдут известные команды, а точнее известное название. В них только постоянно меняются люди. Встречайте, друзья, на сцене команда КВН с факультета информационных технологий «Фитнес». Познакомить вас с новыми участниками нашей команды. Это Никита. Он не приемлет насилие, поэтому у него первый раз был по любви. А это Саша. Саша очень любит мультики, и поэтому, подобно Карлсону, предлагает девушкам немного пошалить и наказать жуликов. А это Санечек. Санечка часто видит в обществе возрастных дам. Именно поэтому мы прозвали его расхитителем гробниц. Ну что ж, друзья, познакомились, а теперь команда КВН Фитнес. Поехали! Итак, представьте случай в элитном автосалоне. Человеку плохо! Врача! Врача! Хотя кого я обманываю? Откуда здесь взяться бюджетников? So give me your love. КВНчик устроился суфлером на работу в телевидении. С вами программа «Время» и коротко о главном. Победившая анорексию девушка гордится складками на животе. Тайный воздыхатель медсестры пишет любовные записки на баночках для анализов. Средний IQ города, в котором есть дельфинарий, всегда чуточку выше. Да капец, он пишет, а меня уволят! Ну что ж, недавно у футболиста Романа Еременко был обнаружен в крови кокаин. Итак, представьте случай на футбольном матче. Так, а ну успокоимся, а то еще по 15 суток всем дам. Для вас выступала команда КВН Фитнес. Спасибо. Спасибо команде КВН Фитнес. Движемся дальше. Друзья, 10 декабря в городе Тольятти пройдет финал первой лиги, куда поедет команда из Тверского государственного университета «Плюшки» имени Ярослава Гашка. Илья Беляков, который сегодня сидит в жюри. Давайте аплодисменты пожелаем. Потому что я знаю, что Богдан Лисевский тоже сидит в этом зале. Богдан, тебе тоже удачи, как и всей команде. Идем дальше, друзья. На сцене еще одна команда из Тверского государственного технического университета, которая вам всем знакома. Встречайте, Данон! Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует команда КВН Данон. Не будем вас задерживать. Поехали! Друзья, а в последнее время очень актуальны аудиосообщения ВКонтакте. Итак, представьте случай на паре. Ай, Ермакова тупая! Виктор Сергеевич, ну можно было бы в лицо сказать? Совсем недавно Кристиано Роналдо признался своей интуиционной ориентацией. Итак, представьте, случай на поле. Thank you.
факультета. А теперь представим, проходит декан нашего факультета. Но может из мужского туалета-то выйдете? Друзья, что вы хотели сказать своим выступлением? Руслан, тебе перебью? У меня заявление. Я ухожу из команды. Ну, а я пастель. Я там временно перекантуюсь. Тогда я кто тут? Я спать. Я первый раз. Неужели не нравится? Ну, один в поле тоже воин. С вами была команда Квет. Один. Спасибо команде Квет Дано. Полин, я предлагаю тебе садиться в первый ряд, чтобы своим заразительным смехом добивать шутки КВНщиков. Давайте поаплодируем Полине. Итак, друзья, идем дальше. А следующая команда также из Тверского государственного технического университета. Она из бывших КВНщиков, но, как говорят, бывших КВНщиков не бывает, поэтому они решили собраться и образовать совсем небольшую команду, состоящую из двух человек. Встречайте, на сцене команда КВН «Романтика». Хорошие. Так, стоп. Мало того, что я согласился выходить под эту музыку, так еще и эти выперлись. Да я вообще не понимаю, почему ты все время их с собой таскаешь. Да я в кафе на свидание сразу 4 порции заказываю, и это только Свете. И, кстати, да, я не малыш. А ты сколько весишь? 60. Ти-ти-ти, малыш. Начинать. А то что, мы зря сегодня ночью не спали, что ли? Конечно, не зря, у меня даже видео есть. А первая наша миниатюра посвящается тем, кто заплатил за сегодняшний концерт. Что, такие есть? Так это мои родители. Что ты ржешь-то? Мои хотя бы пришли, я твоих-то вообще не вижу в зале. Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что девушкам свойственно долго и не быстро собираться на разные мероприятия. Очень сложно найти девушку, особенно когда ты водитель. Извините, а сколько будет речно? 150. Отлично. Ну
сигарет. Ты что, ты на красный поехал, что ли? Ну, бывает иногда. Красава. Выходи за меня. Секрет скажу, Кристина сделала операцию по увеличению груди. Но теперь она ищет деньги на штраф, ведь та женщина совсем ее об этом не просила. А Алексей Селиванов недавно женился, а мы решили пофантазировать, как он со своей женой считал деньги, которые им подарили на свадьбу. Сейчас представьте, что творится в голове у парня, который знакомится с женщиной по телефону. Привет, меня зовут Анжела. А, может быть, сходим куда-нибудь поедим? Но только здоровую пищу, потому что я на диете. Вчера съела. А как я тебя узнаю? Ну, знаешь, меня трудно будет не узнать. Я буду в красном. Ты знаешь, мне кажется, я тебя удивлю при встрече. Ну так все-таки, когда мы встретимся-то? Через неделю. А мы как команда КВН Далс. Тощий и длинный, и маленькая с усами. Ты чё? Да нам, тараканчик, не заезди нас, кушай крошечку. Команда. Движемся дальше, друзья, и на сцене команда под номером 14. Все вы их прекрасно знаете. Это также участники финальной игры региональной лиги Верхневолжья из Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Встречайте, команда КВН, я и есть рэп! Ставили не угол, а на учет. Это мы хотим устроиться работать на кладбище, чтобы заколачивать там такую кучу бабок. Ну что, рэперочки, настало время познакомить вас с моей бандочкой. Это Петелин. Развелся с женой из-за того, что та родила ему белого ребенка. Рябик встречается с дочерью директора Сбербанка, но та без поручителей не дает. Ха-ха-ха!
дорогу перевел. Кого? Мать твою! Короче, пацаны, все это бред. Нужно заниматься реальными делами. И я вам предлагаю обложки для наших рэперских альбомов. Все, внимание, на экран. И первый наш альбом будет называться «Патрульные на дороге». Второй альбом «Бабки на ветер». Следующий альбом будет вообще матный. Ну и наконец, русский рэп качает. Деньги можно забрать все. Сегодня столько денег выброшено на ветер. Каждая команда считает нужным побросаться деньгами. Итак, друзья, движемся дальше и приближаемся уже к концу списка команд, которые принимают участие в фестивале «Лига Политеха 2016». И на сцене еще одни гости нашего фестиваля. Команда КВН из Тверского филиала «Ранхикс» при президенте Российской Федерации. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команда чиновников из Академии Госслужбы при президенте. А больше всех на чиновников у нас Ваня похож. Ну, во-первых, у него уже услов. Во-вторых, вес 150 килограмм. И в-третьих, даже сейчас он спит. А, мне нравится, я за. А это, кстати, Влада. Она как депутат Госдумы Мария Кожевникова. В смысле? Ну, год назад тоже лысая была. Вообще, знаете, мы еще только учимся на чиновников, и поэтому для усиления нашей команды сегодня с нами играет министр транспорта Тверской области Андрей Владимирович Лопаткин. Да, Андрей Владимирович, вы где? Я застрял. В смысле застряли? Вы министр транспорта? Ну тут за кулисами пробка. Сделайте что-нибудь. Хорошо, тогда как обычно. Андрей Владимирович, и, конечно же, вопрос, который уже несколько недель мучает каждого жителя нашего города. Скажите, пожалуйста, вот как министр транспорта, какого цвета сланцы на картинке? А что по этому поводу думает «Единая Россия»? Андрей Владимирович, как всегда, индивидуально в своих решениях, а мы двигаемся дальше. У нас рубрика «Короткие миниатюры». Тренды из интернета все чаще переносятся в реальную жизнь. Итак, представьте, манекен челлендж. И сборная России проигрывает сборной Катара со счетом 2-1. А такое можно увидеть в администрации любого города. Так, ну сюда мы поставим школу, сюда мы поставим детский сад, ну а здесь у нас будет больница. Господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Ребят, пока мы все здесь, давайте решим, что будем делать с новогодним корпоративом. Маш, вот ты зачем в прошлый раз сауну заказал? Как зачем? Ты сказал, где подешевле. Маш, я просил, где подешевле, а не где обычно. Ну и вообще, не снимай там свой бьюти-блог. Их потом по НТВ крутят. Предлагаю ехать за город. Ага, не встать в пробку на Горбатке. Мы же там все ремонтируем. Ну давай как обычно, с мигалками. Как же вроде запретили. Ты че, дурак? Кто на скорой мигалки запретит? Ну, только сразу говорю, больше никаких тортов с танцовщицами. А это еще почему? Вань, девушка в прошлый раз с укусами уехала. Она даже в торт не успела залезть.
сказать в конце. В январе 2017 года пенсионеры получат 5000 рублей в качестве добавки к пенсии. Ну неужели даже обычные чиновники не могут хоть раз в год получить пятерку за приветствие? С вами была Академия Госслужбы. Спасибо. Ну что ж, друзья, команда КВН из Тверского филиала «Ран-Хитс» при президенте Российской Федерации выражает благодарность всем болельщикам, поддержать их команду. Поаплодируйте, болельщики! Команда КВН «Я и есть рэп» выражает благодарность ректору Тверской государственной сельскохозяйственной академии Балаяну Олегу Рубеновичу, советнику ректора по молодежной политике Нечаеву Станиславу Вячеславовичу. А команда КВН «САД» благодарит администрацию и учителей СОЖ номер 34 за поддержку и активное участие в жизни учащихся. Давайте поаплодируем, друзья, людям, которые помогают нашим КВНщикам. Ну что ж, выходим на финишную прямую. Встречайте на сцене команда из Тверского государственного технического университета, сборная факультетов. Итак, добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами самая яркая, самая веселая, самая перспективная КВН-команда «Сборная факультетов». Ребят, у меня сразу заявление. Фуск с вами. Играть не будет. Это еще почему? Да потому что мы самые перспективные. Мы элита. Тогда последняя просьба. Какая? Картошку фри, наггетсы и колу. Да что ты делаешь? Ответь ему как мужик. Ща отвечу. А, извините, а вы соус брали будете? Ну мы тогда тоже с вами играть не будем. Это вообще кто? Вообще-то я похож на известного актера. На кого? На Харатьяна, что ли? Вообще-то на Дольфа Лундгрена. Ну, Дольф Лундгрен, он снимался в таких известных фильмах, как «Неудержимые». Ну, «Рокки 4», но... Ну, бог с вами, Гардемарина. Ребят, какое ощущение, что тут самых ущербных собрали. Корова, ты что, вообще берега попутал? Тихо! Вы тоже слышали звук? А кто говорил? Очень смешно. Ребят, вы тайки-то не обижайте. Она тут единственная на повышенной стипендии. Так все, ребята, соберитесь. Нам сейчас выступать. Поехали! 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 Да бог с ним, давайте начинать уже! Случай в обычном Тверском торговом центре. Эх, парень, вашей маме невестка не нужна. Дорогая, выходи за меня. Братан, ты чё? Я тебя с самого детства знаю. Да успокойся, братка, я прикалываюсь. Ну, очень плохой фокусник. А для финальной части моего фокуса мне нужны ваши часы, бриллианты, сережки. Осталось только закрыть глаза и досчитать до 9 миллиардов. Дамы и господа, а мы провожаем бурными аплодисментами нашего гостя, полковника Захарченко. Девчонки, а он уже ушел? Мне нельзя. Нет, он, похоже, еще здесь. И мне нравится, что ты теплая и волосатая. Не беспокойся, это я. Ну, вы как, продлевать-то будете? Ай, гулять так гулять! Давай еще на час.
Сказали не занимать. Почему? Да потому что стипендия на карточку приходит, придурок. В одном известном заведении нашей страны. Здравствуйте, а посылочку можно? Амбициями, вот с таким игровым опытом, вот с таким аппетитом и вот с таким светлым будущим. Ну и напоследок, вот с таким чувством юмора. Сборная факультетов, спасибо. Ну что ж, спасибо команде КВН «Сборная факультетов», друзья. И у нас последняя команда, участница нашего фестиваля «Лига политеха 2016», после чего мы отпустим членов нашего многоуважаемого жюри для обсуждения. Итак, друзья, встречайте, команда КВН «Сборная улиц». «Сборная улиц». И в отличие от других команд, мы бы хотели бы начать с выгодного коммерческого предложения. Те, кто еще не успел купить зимнюю резину, обращайтесь к нам. У нас вы найдете любые радиусы. R15, R14, R13, шиповка и всесезонка. А че это я всесезонка-то? Ну мы с тобой летом мутили. Мутили? Зимой мутили. Мутили. Ну вот всесезонка, чего непонятного-то? Вы что, охренели? Вы что, опять воровать начали? Вот и что, мы там взяли? Где там? А Дмитрия Владимировича мы что, на руках после выступления домой понесем? А вы, между прочим, зря улыбаетесь, Диана Вячеславовна. Ваша машина тоже без двух колес стоит. Ну что, будем оформлять или на месте договоримся? Не, ну у меня такса стандартная, за приветствие 5.0. Ну если на месте, тогда мы начинаем. Встречайте, друзья! Лига политех! Стоит красивая банда! Смотрим зал смело! Ребята, строим сегодня! Зовут этот зал! Старитетная жюри поставит! Стоит высший бал! Блин, пацаны, у меня походу баллон взорвался! Закон. Наша команда очень любит турники. Итак, представьте на одной из воркаут-площадок. Слышь, смотри, чубаку. Ну давай. И два. И три. Ну все, сломал. Пошли, черве сломать. А у нас на районе свидания с тёлочками проходит именно так. Ха, в подъезде. Слышь, итог, смотри, это те. Редко дура, ты что, совсем охренел? Да ты ниже считай ее! Миксы, соли. Да еще ниже! Редко коммуникабельная. Ты что, совсем велика попутал? Походу выше правильно написано. Так, всем стоять, тишину поймали. Добрый вечер, старший участковый Горин. Документы на проверочку можно? Так, Алексей Селиванов, да? Семейное положение. Женатый, да? Иваныч, ты что делаешь? В смысле, что делаешь? Ты подарок. Ритук, ну все, он свободен. Ты
соседи пришли жаловаться на сына. Да ваш сын пьет, курит, каждую ночь не в дверь стучится, деньги отнимает. Ща я его позову, сына. Да, мам. Ты же обещал, что ты больше этим заниматься не будешь. В смысле не буду? Это мои прямые должностные обязанности. Итак, представьте, главного авторитета на районе пострелили. Ребята, меня пострелили. Что нам сделать? Посадите меня на карты. Сделайте для меня последнее одолжение. Какое? Похороните меня вот так вот. Все свое имущество, все, что у меня есть, я завещаю тебе. А нафига мне твои долги, стрёмная тёлка? Чё это я стрёмная? Вообще-то ты я его тёлка. Подойди сюда. Да, я рядом. А жюри смотрит? Да, смотрит. А как смотрит? Вот так или вот так? Вот так. Так чё ты сидишь-то тогда? Я их пока отвлекаю, типа карманы прошмонай. Поднимаю голову вверх, и я по-прежнему один против всех. Ну а в конце хотелось бы сказать пару слов благодарности трем людям. ОБЖ-шнику, трудовику и физруку. ОБЖ-шнику за то, что научил выживать на других уроках. Трудовику за то, что научил жизнь. Физруку за то, что учил сваливать от винтов. С вами была сборная улиц. Спасибо. Плевать, кто ты, сердце бизнесмен или музыкант. Занят делом или не вылазишь из кабака. Смотришь высоко на мир. Ну что ж, друзья, мы увидели 17 смешных команд. И бурными аплодисментами провожаем членов нашего многоуважаемого жюри в комнату для обсуждения и выявления самого-самого смешного, самого веселого и находчивого. Друзья, напомню, что по итогам нашего фестиваля мы вручим три кубка, соответственно, первое, второе, третье место. Также мы определим лучший дебют, команда, которая дебютировала лучше всех, на взгляд жюри, лучшую шутку, ну и, конечно, выберем лучшего актера и лучшую актрису. А пока я приглашаю под бурные аплодисменты команды на сцену. Победители нашего фестиваля «Улица квестовая» — это уникальные квесты в реальном времени, выход из которых можно найти, лишь разгадав множество тайн. На «Улице квестовой» вас ждут настоящие приключения, загадки, тайны, головоломки и масса положительных эмоций. Также, друзья, спонсором фестиваля «Лига политеха 2016» является «Додо Пицца», открывшаяся на проспекте Чайковского, дом 6, корпус 1. Неизменное правило пиццерии, друзья, 60 минут на доставку или пицца достанется вам бесплатно. «Додо Пицца» — скорость, качество и волшебство. Заказывайте вкусную пиццу в «Додо Пицца». Ну что ж, друзья, пока наши члены жюри совещаются, я предлагаю сыграть в небольшую разминку, назовем ее мультиразминка, с командами. Друзья, есть два микрофона, можно чуть-чуть пошире их поставить. Друзья, первая часть разминки – это видеоразминка, назовем ее так. Сейчас на экране. Антон, давай первую картинку. Друзья, задача очень простая – смешно прокомментировать картинку. Время. Итак, есть ответ. Ну, давайте, кто первый? Решайте. Ну, давайте миксайз. А, вы вдвоем. Толстый. Смотри, жирный. Я думал, у них два ответа просто. Итак, давай. Нам пофигу, какие вы. У нас есть одна. Спасибо. До того, как стал бить колгон, и после. Спасибо. Клинический случай.
медики поймут до того, как поступил в медуниверситет и после. Подождите, а до это слева? Или после? А, понятно. Все, кто на диете в медуниверситет. Давайте, ребята. Астрикс и Обеликс, бюджетная версия. Оба быть хотят такими, как он. Еще варианты есть. Если нет, пойдем дальше. Итак, давай, Антон, следующую картинку. Заставила. Давай. Когда 10 лет, сама закручивала банки. Хозяйка. Еще варианты. Давай. Вашей маме невестка не нужна? Дальше. Это Таиланд, детка. Давай, Степан. Догадайтесь, кто кого понесет через мост? Давайте, давайте, Света. Когда не подошел протез? А, угадайте, что пьет эта женщина на завтра? Колгон. Антон, давай. Зато муж не бьет. Давай. Да пацаны, честно, по любви! Коля, давай. Когда руки из того места растут. Когда на свадьбе был стирольный торт. Когда сама забилась в гости. Аплодисменты командам. А, Антон, следующая картинка. О заболевшем. Я есть рэп. Кокаин будешь? Давай. Когда забыл, куда идешь? Давай. Сколько пальцев показываю, смотри. Спасибо. Даже твои не поддержали. Девчонки, ну вы что там? Итак, еще варианты есть? Нету, идем дальше. Антон, следующая картинка. Давайте, big size. Рано выпустил. Давай. Ужин Алексея Панина. Давайте, товарищ участковый. Когда зарплату задержали. Спасибо. Ты не ты, когда голоден. Завтрак Панина. Слушайте, слушайте ответы других команд. Был такой ответ уже. Ну что, есть еще варианты? Идем дальше, Антон. Следующая картинка. Big size. А зачем вы опять собаку между булок показываете? Заметил. О, это я удачно зашел. Спасибо, еще варианты. Давай, Антон. А это я удачно зашел. Такое чувство, когда другие команды отвечают, они выходят в коридор там, потусоваться. Давай, Саша. Пес вырос и нашел другие булки. Меняем картинку. Меняем, Антон. Да, а, ну давай, давай, давай. Конечно. Чиновникам везде можно без очереди. Когда снова открыли Турцию. Никто не летал, видимо.
Идем дальше, следующая картинка, Антон. Вот. А, чувствуется, готовились. Давай, Антон. Трамп! Мимо, да? Мимо, Вань. Давайте, Антон. После выступления Данона. Она из какой команды? А. Света, давай. То чувство, когда очень крутая разминка. А картинка здесь при чем? Давай, Вов. Когда понял, что зря сатыгу на концерт потратил. Давай, давай. Черт, неужели следующий я? Трамп. Паша, не смей... Да, подождите, давайте ему обозначим, что смеются не над ответом, а на то, что он третий раз уже вышел и искал такой вариант. Давай, Саша. Трамп. Когда не можешь выговорить название команды? Я предлагаю счет открыть. Можно? Да, конечно. Пацаны, а что вчера было-то вообще? Давай, Антон. Селиванов с утра после ЗАГСа. Когда узнал, что Селиванов женился. Да. Идем дальше, давайте следующую картинку. Во! Давай, Саша. Трамп. Тебя зритель опередил. Трамп. Трамп. Пара-бара-пам. Пара-бара-пам-пам-пам. Фиксайз. Где-то на заднем плане, вот там Жириновский вот так вот делает. Давайте меняем картинку. Антон, дальше есть у нас что? Видимо, отлично. Убирай быстрее. Во! Супер. Трамп. Я отвечу уже, Трамп. Все, больше этот ответ не принимается. Ну давай. Как Трамп? Естественно, вообще не похоже. Ладно, друзья, давайте закончим с картиной. Или есть еще, Антон? Еще одна есть? Давай последнюю. Я так понимаю, это вейпер. Тромб. Это мы можем подудеть вместе с машинистом. Все, да? С картинками закончили. Аплодисменты, друзья, командам. А сейчас, друзья, я попросил бы кого-то из команды КВН «Общага» одну стойку с микрофоном спустить вот сюда вниз. Друзья, если у вас есть вопросы к КВНщикам, милости просим. Милости просим к микрофонам. Итак, микрофон по центру, Саш. Итак, кто первый? Здравствуйте, уважаемые команды. Представьтесь. Александра и Тушок из Медуниверситетского университета. И она из Медуниверситета. Давайте, Александра. У меня такой вопрос. Почему у нас сегодня химики в белых халатах, а медики в зеленых? Ну это у вас надо спросить, наверное. Почему? Время? Почему химики в белых халатах, а медики в зеленых? Давай, повторяй. Почему у нас сегодня химики в белых халатах, а медики в зеленых? А почему школьники лучше одеваются, чем студенты? Вот кто нам сейчас ответит. А это кто какой цвет видит? Бирюзовый? Повторяйся. Почему у нас сегодня медики в белых халатах,
Почему у нас сегодня химики в белых халатах, а медики в зеленых? Ира у нас, у Иры молодой человек, учится в военной академии, и, к сожалению, они не смогли сегодня принять участие в выступлении. И я решила сделать ему приятно. Приятно! Интересный ход. Еще варианты? Нету. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. Представьтесь. Владимир Миль, ТВГУ. Давай, Владимир, вопрос. Сложный вопрос. Как убедить отца, что КВН – это полезней, чем учеба? Были прецеденты, да? Я, собственно, не на сцене. Понятно. Время, да, идет. Время идет. Итак, химики. Как убедить отца, что КВН полезнее, чем учеба? Сказать, что ты гей. Вопрос сам собой отпадет. Не подходит, да, вариант? Вычеркиваем. Давайте проверим. Так, медуниверситет. Как убедить отца, что КВН полезнее, чем учеба? Лекарства от КВН нет, как фармацевт знаю. Аккуратнее. Он сейчас застрелит тебя. Йо-йо-йо, братишка. Я есть рэп, повторяй. Как убедить пахана, что КВН лучше, чем учеба? Главное, чтобы кадилом не бил. Ну давайте, Леня. Как убедить отца? Потому что когда отец будет тебя бить, математика тебе не поможет. Но шутить-то ты сможешь. Все задумались сейчас. Ну давайте крайний ответ. Как убедить отца, что КВН полезнее, чем учеба? Батя, либо КВН, либо водка. Итак, идем дальше. И у нас Майоров Андрей, представитель команды КВН «Man and Green». Друзья, такой вопрос. Смотрите, сначала появился Harlem Shake, потом Ice Bucket Challenge, теперь Манекен Challenge. Что дальше? Я думал, ты пригласишь всех на финал за вас поболеть. Итак. Что дальше? Думаю, не за горами Trump Challenge. А что дальше? А вы что, на будущее шутки придумываете? А мы к финалу готовимся. Нам на сейчас. Еще варианты. Повторяй. Что дальше? А на нашем районе просто можно получить в челлендж. Еще варианты. Недоус, спасибо. Идем дальше. Руслан, привет. Давай твой вопрос. Команда, привет. Я недавно вернулся из армии. Мне зеленый цвет шел. А Антонову идет зеленая голова? Стой, еще раз, Руслан, еще раз. Я недавно вернулся из армии. Мне шел зеленый цвет. А Антонову идет зеленая голова? Тяжело, тяжело. Друзья, человек недавно вернулся из армии, ему очень шел зеленый цвет. Паш, выйди, пожалуйста, в центр. А Павлу Антонову идет зеленый цвет? Как в армии. Зеленый цвет. Я не пошутил еще, дурачок. Что? А будешь? Все зеленое. Чего ты кипаешься? Подними меня. Все равно сути нету, можно шутить или как хочешь. Все равно не в армии все зеленое. Я просто стою, чтобы люди видели, что зеленое. Мы поняли. Нам включите вот это вот цик-цик, чтобы люди понимали, что можно это думать. Можно? Вот. А Павлу идет зеленый цвет? Ты же вроде был белый, когда на редактуре был. Ты подсказываешь? Я знаю, о чем сейчас речь пойдет. Паша, идет зеленый цвет? Не знаю, но черный тоже не пойдет точно.
Итак. Зеленый идет всем. Я думаю, Руслан, вряд ли кто-то тебе даст правильный ответ, поэтому спасибо тебе. Спасибо. Идем дальше. Итак, следующий вопрос, давай. Салам. Детское мыло для детей, для чего нужно хозяйственное? Все просто, друзья. Детское мыло для детей, для чего нужно хозяйственное? Повторяй. Итак, детское мыло для детей, для чего нужно хозяйственное? Для хозяйства. Антон, давай, повторяй. Детское мыло для детей, для чего нужно хозяйственное? Не важно для чего, главное не ронять на нашем районе. Жестокий какой-то у них район. Еще варианты. Big size. Итак, детское мыло для детей. Для чего нужно хозяйственное? Детское шампанское для детей. Почему дети берут обычное? Правда жизни. Еще варианты будут? Нет, спасибо. Спасибо. Идем дальше. Вячеслав, твой вопрос. Я так подниму микрофон. Слушайте, ребят, вот скоро Новый год, а вы все КВНщики. Как стать ведущим? Хватит уже. Конкуренция, капец. Поэтому они еще и КВНщики, это только КВНщики. А ты подскажешь? Нет, секрет. Я же не пойду, да? Нельзя. Ну, ребята, варианты, варианты ответов. Как все КВНщики, как стать... А к чему Новый год был? Корпоратив уже. А, понятно. Ну, давайте, у кого есть варианты? Все КВНщики, как стать ведущим? Ну как, ты пишешь, я ведущий потом, хэштег топ-5, хэштег самый лучший, тот самый ведущий. Приятно, когда люди читают, да, твои посты. Чувствуешь, что реклама работает. Стас, давай. У тебя микрофон выключился. А, повторите? Нет, включен. Стас, как стать ведущим? Хорошо себе ведущим. Хорошо себе ведущим. Повторяй. Саид, как стать ведущим? На Новый год, да, сказал. Он о своем. Спасибо, Саид. Я понял. Давай его. Это было предисловие. Ответь. Давай еще раз. Вы все КВНщики, как стать ведущим? Санта-Клаус, Дед Мороз, если честно, я замерз. Ни зима, ни по плечу, снова в Африку хорошо. Санта-Клаус, Дед Мороз, если честно, я замерз. Ни зима, ни по плечу, снова в Африку хорошо. Юрок, пурки, поплюй. Саид, это из нового альбома. Есть еще варианты. Ну давайте последний вопрос. Последний. Простите, жюри пришло уже, все. Здравствуйте, команда. Меня зовут Глеб. У меня вопрос очень простой. Почему вы играете в КВН? Время. А почему вы играете в КВН? Саид, песен больше не надо. Итак, общага, повторяй. Почему вы играете в КВН? Потому что хотим стать ведущими. Вот он путь. Повторяй. Почему вы играете в КВН? Потому что хронические заболевания, к сожалению, не лечатся. Как будто зал КВНщиков сидит, похлопали все. Хорошо. Почему вы играете в КВН? Чтобы сфотографироваться с Селивановым.
Так себе мотивация, да? Повторяй. Почему вы играете в КВН? Здесь безопасно. Друзья, предлагаю на этом замечательном ответе от команды КВН «Я и есть рэп» закончить. Ребята, верните, пожалуйста, стоечку назад. Вот оттуда, вот оттуда. Друзья, и мы под бурные аплодисменты команды и наших зрителей приглашаем членов нашего многоуважаемого жюри на сцену. Ну что ж, давайте громко еще раз поприветствуем команды, поприветствуем жюри. Очень хорошая игра, очень весело было, очень бодро все. Да, поставь здесь, спасибо. Я хочу от тебя сказать, что я уже второй раз смотрю эту игру. Мне очень понравилось. До этого, когда зрителей не было, было скучнее. И за это я вас благодарю. Давайте поаплодируем зрителям, уважаемые команды, потому что без них бы не состоялась игра. Давайте поаплодируем командам, которые потратили свое время, силы и сейчас с терпением ждут результатов. Давайте громко-громко их поддержим, поболеем за свои команды. Ну что ж, мне выпала почетная миссия. Я никого не буду обижать, мне придется наградить всех. И поэтому у меня есть для всех команд подарок. Вот. Я хочу... Я сам нервничаю немного. Кому нравится. Ну что же, дипломом участника награждается команда КВН «Сборная факультетов Тверской государственный технический университет». Диплом участника команда «Данон» факультета управления социальной коммуникации. Я вроде как начинаю разбираться. Команда КВН «Общага» инженерно-строительный факультет. Команда КВН «Миллион глаз смотрят на них», делят на Венеру и на Марс за участие. Давайте их поблагодарим. Давайте поаплодируем, ребята. Давайте, давайте, громче, громче. Команда «Усики Мао Цзэдуна». Шикарно, да? Продолжаем. Диплом участника награждается команда Тверского филиала Российской академии народного хозяйства, государственной службы при президенте и правительства РНР. Вот так вот, да. Надо выучить, Степан. Да, да, обязательно. Чулики-мулики, ФУС, где у нас? Вот, супер. Продолжаем. Команда КВН «Сборная улиц». Давайте поаплодируем за участие. Команда КВН «Вумен и Ко». Да, тебе там нужно. Команда КВН «Сборная химиков» за участие награждается диплом участника. Команда КВН «Я есть рэп». Спасибо, ребят. Команда КВН «Фитнес». Команда КВН «Клинический случай». Действительно, дебюты, ребят. Команда КВН «Сад». Единственные школьники. Ребят, я не буду затягивать, да, мы и так уже долго смотрели КВН, я передаю слово дальше, да, членам жюри, которые сейчас уже начнут награждать наши команды. Давайте поприветствуем, поаплодируем. Добрый вечер, мы продолжаем. В рамках нашего фестиваля мы определили еще несколько номинаций, и в номинации «Лучшая шутка» мы бы хотели отметить название... Название команды. Мы хотели отметить команду под названием «Миллионы глаз смотрят на них, делят на Венеру и на Марс». Собственно говоря, за миниатюру бывшего профорга Иван. И продолжает эстафету Илья. Аплодисменты, Илья Беляков. Всем приветики. У меня номинация «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Начнем сначала. Здравствуйте, у меня номинация «Лучший актер» и «Лучшая актриса». И лучшим актером становится очень харизматичный, талантливый человек, который рекламирует мебель и играет в «Сборной химиков» Никита Уткин. Никита Уткин, лучший актер фестиваля «Лига Политека 2016». Друзья, нашим призерам-победителям лучшего актера достается, помимо диплома, получает билет в кинотеатр «Звезда» на
абсолютно любого фильма, а также билет на Лигу Верхневолжья на финал 14 декабря, куда мы вас всех еще раз и приглашаем. Ну а лучшая актриса это Татьяна... Тут нет Татьяны. Я просто фамилию не могу прочитать. Татьяна Кытина. Татьяна Кытина, вот. Аплодисменты! Татьяна Кытина, лучшая актриса фестиваля Лига Политеха 2016, также получает диплом, билет на Лигу Верхневолжья, на финал Лиги Верхневолжья и, конечно же, пригласительный билет в кинотеатр «Звезда». Ну что ж, мы продолжаем приятно, я опять к вам вернулся. Теперь я хочу наградить одну из команд. Номинация называется у нас «Дебют нашего фестиваля». И знаете, я считаю, что эта команда действительно сегодня дебютировала по полной. Во-первых, она первый раз выступала в нашей лиге. Во-вторых, она выступала первой, открывала нашу прекрасную нашу концерт. Я награждаю дипломом команду «Клинический случай Гусинского государственного университета». Ну и, конечно, вместе с дипломом они получают сертификат на посещение квест-проекта. Все, ребят, поздравляю, вы молодцы, продолжайте. Диплом номинации «Дебют» получает команда «КВН» «Клинические случаи» и, конечно же, подарок от нашего спонсора «Улица Квестов». Кубок, ты третье место, ну так бери. Меня отключили, подожди, раз, два, три. Друзья, всем здравствуйте. Во-первых, сегодня символичная игра. Сегодня день рождения у ведущего, у бессменного президента Международного союза «КВН» Александра Васильевича Муслякова. Давайте порадуемся! Ему очень приятно, что сегодня в этот день у нас... Нет, он не знает, а нам приятно, он что совпало. Ладно, ладно. Друзья, у меня третье место. Замечательная команда, которой достается вот этот кубок, достается сертификат на посещение квест-проекта. Ну и, конечно же, диплом, друзья. Команда КВН хорошие! Хорошие третье место! Да давай, друзья, аплодисменты, хорошие! Второе место. Да, диплом Лиги Политехов за второе место мы хотели вручить команде. Ну, шутка, которая мне даже показалась про меня, которая, да, девушка спросила, а почему вы меня тогда взяли? Я сказала, чтобы не вызывать подозрений. Вот меня, наверное, тоже в жюри взяли, чтобы подозрения не вызывать, потому что я там одна. И диплом за второе место награждается команда Тверского государственного университета «Big Size». Аплодисменты, второе место. Команда «КВН Big Size» из Тверского государственного университета получает кубок, диплом, а также подарки от нашего спонсора «Улица Квестова» и «Додо Пицца» сертификат на получение огромной пиццы. Идем дальше. Ну и, собственно говоря, интрига нашего вечера. Первое место, а также пригласительные билеты на финал высшей лиги КВН в городе Москва получает у нас самая многочисленная команда «Романтики». Команда КВН «Романтики» первое место. А также вдобавок кубкам они получают, друзья, билеты на финал высшей лиги. Давайте поаплодируем еще раз всем победителям, всем призерам, друзья. Ну а всем спасибо и до встречи на Лиге.